После преодоления 200-дневной скользящей средней в районе 1.3650 курс валютной пары евро-доллар на торгах в среду вновь продолжил падение к уровню 1.3590, установив новый минимум этого месяца. Уже в ходе азиатской торговой сессии среды началось сильное давление медведей, что задало тон торгам на протяжении всего дня. Опубликованные слабые данные по потребительским расходам Франции, а также неожиданно возросший уровень безработицы в Германии способствовали дальнейшему снижению единой европейской валюты по отношению к американскому доллару. В очередной раз нужно признать, что Германия определяет сегодня экономический статус еврозоны, и негативные публикации отчеты Бундесбанка способны значительно повлиять на снижение курса валютной пары евро-доллар. Кроме этого, сильное давление на евро-доллар продолжает оказывать ожидания участников рынка выступления Марио Драги 5 июня и возможность снижения процентной ставки в еврозоне. В нашем прогнозе на четверг предполагаем продолжение падения валютной пары евро-доллар к целевому уровню 1.3560. В случае пробоя этого уровня пара продолжит снижение и протестирует уровни поддержки 1.3520 и 1.3490.